Нужно встать и идти. Добро пожаловать в симулятор бомжа. Мне так кажется, что она все-таки удирает на постоянной основе от кого-то. Но если она уже опустилась до такого уровня, то это, скорее всего, от безвыходности, а не от желания попробовать себя и в таком качестве. Можно подзарядить здесь мобильный телефон. Можно же, да? А! Нет, там просто реклама была. Подзарядите здесь свой телефон. А здесь просто таксофонный аппарат. Алло. Нейтан. Джоди? Джоди, где ты? Они здесь. Они вернулись. Боже, Джоди, что с тобой? Я устала. Так устала. Я больше не могу. Скажи, где ты? Я приеду сейчас же. Джоди! Джоди! Они здесь, я устала. Какими-то загадками, говорит наша героиня. Кто они? Кто ее разыскивает? Спецслужбы? Либо чудовище? Знает. А, смотрите-ка, да. Вот они, маленькие твари. Ну-ка, нужно ее защитить. Вот так вот шуганули их всех. Разбежались сразу же. Ну, наверное, разбежались. Хотя нет, смотрите, снова. Снова-снова они пытаются к ней подлезть. И снова нужно распугать их. Ну да. Давайте обратим на нее внимание, наконец. Самого этого человека, наверное, трогать не стоит. Ну-ка. Оп! Эй. Что это было? Странно, пока не получается. Я уже думал, ты не оклемаешься. Где я? Ты у меня дома. Не дворец, а то... Тихо. Я нашел тебя на улице полумертвую. Да, пару дней назад. Ты меня выхаживал? Да ладно, перестань. Не бросать же тебя. Подыхать, как бездомную собаку. Я Стэн. А ты кто? Джоди. Ну тогда добро пожаловать, Джоди. Хорошо, когда есть с кем поболтать. Кофе?
Крепкий, вкус дерьмовый. Зато согреешься. Горячо. И давно ты на улице? Да, ну, пару дней. Да ладно. Для пары дней у тебя вид слишком потрепанный. А я уже года три. Сколько раз уже думал, что вот-вот загнусь. Или крыша уже поедет. Но ко всему привыкаешь. Даже к такому. Убежала? От предков? От парня своего угадал? Наверное, я бегу от самой себя. Как и все мы. Как и все. Проблема в том, что сколько ни беги, от прошлого не скрыться. Тебе есть куда пойти? Семья? Друзья? Хоть кто-то? Родители. Они в Нью-Йорке, так что я могу вернуться к ним. Можешь остаться здесь. Добра немного, но что мое, то твое. Ага. Или он хотел сказать «все твое мое». Так. Так. Осмотримся. Стэн. Смотрите, есть какая-то фотография, и это может быть даже что-то интересное. Пришли результаты анализов, Стэн. Это, наверное, его супруга Стэна. Может быть, она погибла вследствие какой-то болезни. Он пытался ее вылечить. Все может быть. Ну и все продали, дом, все имущество, чтобы ее спасти. Но, вероятно, не спасли, раз он оказался здесь. А кто остальные? Вон там, видишь, Волтер? Он любитель выпить, но мужик хороший однозначно. А это Джимми. Когда у чувака ломка, лучше держись подальше. А она суббота, беременна. Ее жалко. Зачем ты мне помог? Ты бы замерзла насмерть. Я мог помочь тебе и помог. Чё тут такого? Спасибо, Стэн. Ладно. Знаешь, зря ты меня спас. Я понимаю. Понимаю. Мы все через это прошли. Иногда нужно сжать зубы, подождать, пока отпустит. У каждого из нас есть свое место.
Просто иногда его не сразу можно найти. Пожалуй, можно и познакомиться с нашими соседями. Привет. Привет. Сейчас здесь ручки погреем, там ручки погреем. О, на нее даже можно посмотреть. Давайте в крупном плане поглядим на нее. Ну да, не совсем понятно, как она собирается сражать в таких условиях. Следующий пациент. Греем руки здесь, да. Все хорошо. Оба-на! С воскрешением! Аллилуйя! Славься, Боже! Добро пожаловать во дворец, миледи! Занятный чувак. И остался... Насколько я понимаю, наркоманчик. Сейчас у него погреем ручки. Ну, вообще сказали к нему особо близко не подходить, но я рискну. Да, бедный парень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас будет колоться. Давайте отвернемся и пойдем, наверное, прогуляемся, посмотрим на местные достопримечательности. Отличное снежное утро. Так, вот туда можно выйти. А здесь проход будет закрыт. Так, а что же, кстати говоря, Айден? Что-то я его не выпускал. А в общем, для него здесь работенки-то на самом деле и нет. Так, или есть работенка для него? Так, ну-ка позвольте тогда подойду. Если честно, это что-то мне немного незнакомое. Так, а могу ли я туда подойти или нет? Сейчас попробую вот так вот ее сблизи разместить. Слушайте, и правда, что это такое? Тоже похоже, знаете, на какой-то поток, но... Не совсем понятно, как с этим взаимодействовать. То есть, стики... А, я получил доступ к новому бонусу. Вот оно что. И к какому же это бонусу я получил доступ? Ну, может быть, в ближайшее время и узнаем. У нас запасы кончились. Есть нечего. Надо что-то делать. В чем? Да, иду. В ограблении банка, я надеюсь, поучаствовать. Тут может быть что-то вкусное. Наберем 5 баксов хотя бы, будет нам горячий ужин. А если давай не наберем? Здесь. Будет холодный ужин? Холода обычно больше подают. А, он мне предлагает присоединиться. Как же холодно. Да. Есть хочется. Придется немного потерпеть, ничего не поделать. Отвлекись на что-нибудь. Много времени на это уйдет. Трудно сказать, это уж как повезет. Может, пару часов, может, неделю.
Эй, Стэн. Я думаю, нет смысла вдвоем торчать в одном месте. Да. Я пойду вон туда. Будь осторожна. А что она имела в виду, когда сказала вон туда? Смотрите, здесь сугробы прекращаются. Может быть, получится даже на другую сторону перейти. Вот не понимаю, на самом деле, нашу девушку, потому что Айден мог бы, ну, дворником устроиться, там, дворы подметать или на худой конец вагоны разгружать. У него, вон, смотрите, силушка какая. Богатырская. Во что превратился этот город? Ты новости смотришь? Если не в курсе, в стране кризис. Кому-то просто не повезло. Не повезло, бывает такое. Посмотрим, что в супермаркете. Меня не пустят? Нельзя, да? Эх, ну-ка, Айден, проучи его. Сейчас посмотрим. А, далековато. Попробую, знаете, что сделать? Поближе подойти вот сюда. А вдруг получится? А вдруг получится Айдену проникнуть и натворить там делов? Сейчас попробую отсюда непосредственно. А, смотрите, он просто туда не может, супермаркет. Ну ладно, значит, намек тогда понятен. Пойдем покопаемся в мусорных контейнерах. Здесь ничего. Ну, естественно, не в поисках еды, а в поисках $5. О! Наконец-то нам попался контейнер с чем-то, с чем можно взаимодействовать. Да-да-да-да, доставай. Доставай, что ты там нашла. Это у нас пицца. 450 грамм. Съесть или выбросить? Вот в чем вопрос, друзья. Да выбросить, конечно. Лучше сдохнуть, конечно. Лучше сдохнуть, чем объедки чьи-то доедать. Но она просто, мне кажется, нерационально вообще использует ресурсы своего друга Айдена. Это что за магазин у нас? А, кафетерий. Ну-ка посмотрим. Кафе какое-то. Клянчить. Я не ела. У вас... У вас есть... Хоть что-нибудь? Вали! Бродяг не пускаем. Уйти. Лучше сдохнуть, правильно? Чем еще умолять. А что Айден? Что Айден нам скажет? О, смотрите, просто Айден может сюда быть. Попасть. Можно было в шортах ходить. Да, сейчас бы так. Пожалуй, я буду яичницу. Омлет. Ам-ням-ням-ням-ням, как это все вкусно. Тост. А ты? Омлет с ветчиной и маффин. Да. Черт! Что это такое? Нет, Айден, это не поможет. Не поможет? Ну ладно. Я, конечно, в расстроенных чувствах. Так, а это что за мужик стоит? Эй, еда здесь. Не хочешь подзаработать? Есть предложение. Что надо делать? Я могу тебе порадовать в обмен на услугу. Дам 10 баксов, если пойдешь со мной. Нет уж. Я настолько отчаялась. Подави своей десяткой. Урод. Заперто, заперто. Как бы сейчас этот мужик, конечно, на нее здесь не напал. Так. Похоже, я с другой стороны видел, что здесь вполне возможно есть какая-то лестница. Ну, фиг знает. Давайте посмотрим, что это нам даст. Это тоже какой-то бонус, я так понимаю. Да? Так, вы получили доступ еще к бонусу. Но это бонус за то, что мы с вами изучаем местные окрестности. Я попробую проникнуть сейчас в эту дверь.
Нет, не получается. К сожалению, не получается. А это уже слишком высоко для нашего Айдена. Ну, не будем травмировать. А, вот, да. Про эти лестницы я как раз говорил, пожарные. Не будем тогда травмировать Джоди, потому что ей больно, когда он так далеко от нее уходит. Тогда давайте возвращаемся. Сейчас посмотрю, может быть, что-то можно сделать с этим мужиком. Чтобы он там больше не стоял и не обижал бедных обездоленных. Так, смотрим. Нет, с ним, увы, сделать ничего нельзя. А я напомню, что нам нужно дойти в какое-то другое место. И там что-то нужно делать, чтобы заработать 5 баксов. Тут ничего. Ладно. Дальше снова у нас телефон. Ну, перейдем тогда на другую сторону. Там тоже какие-то магазинчики есть. Наверное. А я ему сказал, не нравится, тогда вали. И что? Заткнулся. Так с ними и надо. Но и пицца тоже. Просто еда. Это сложно. Что сложно? Ладно, идем. Идем тогда туда вперед. А, вот ее лежак. Смотрите-ка. Вот здесь она будет сейчас просить милостыню. Что написать? Обличающую, простую, искреннюю, забавную. Давайте искреннюю. Попробуем. Ну, конечно, я также склонялся к варианту забавная надпись, но пусть будет искренняя. Правда, все равно маловероятно, что кто-то на искреннюю надпись отзовется. Ждем, ждем, ждем. Нам нужно 5 баксов. Кстати, никто не задавался вопросом, почему вот, например, тоже где-то встречаете женщин с детьми, которые ходят, тоже просят милостыню, почему дети никогда не кричат? Почему они все время спят? Кто-нибудь видел женщину с неспящим грудным ребенком? Вот я нет. Говорят, что таких детей они либо поят, либо чем-то пичкают, чтобы они... Ну, пока они, скажем так, работают, они не плакали, не кричали. Ну, здорово, что у нас банкоматик. Даже только что же с ним можно было взаимодействовать с банкоматом, или уже нет. Или уже нельзя. Сейчас попробую еще разок. А, вот уже и поздно стало. Уже темнеет. Надо что-то делать. Надо идти к Стэну. Нет, я не хочу идти к Стэну. Набрал. Мало. А ты? Здесь как-нибудь выкрутимся. Проблемы. Проблемы? Какие проблемы? Что-то с глазами.
одни проблемы, понимаешь? Да. А ты как же? О, черт! Это же Стэн! Видали, как он клешни свои втянул? Ну-ка, отошли от него. Ну вот дела. У бомжа-то нашего есть подружка. Снимай это. Пусть все видят, что мы делаем с опустившимися. Увидимся. Ну ее! Круто ты их. Я в армии научилась. Да, но их было четверо, а ты одна. Они дебилы. Драться не умеют. Пойдем. А то еще вернуться. Ладно.